Я считаю, что Министерство культуры и ТЮЗ, и это мой бывший студент Туфан, что они сознательно пошли на это, потому что, как это сказать, знаете, патриотизм, это я это как бы понимаю, но если есть настоящая угроза, но мы же тоже против нашей официальной политики здесь выступаем. Угу. Извините, мы же не тогда, да? Имейте в виду? Ну, Европейского угу. Союза ага. И нашего, угу. мы не получили никакой поддержки в Германии финансовой, и это угу. нам очень непросто, потому что мы все свободны. И, ну, мы за то, чтобы, как сказать, патриотизм – это не моя главная ценность, моя главная ценность – это мир и понимание человека. И угу. как бы, если мы встречаемся как люди, как живые существа, тогда отпадает куча других вопросов, и этим мы занимаемся. Я же не безопытна в России, у меня уже 27 лет, я занимаюсь русским театром, я жила в России, и я знаю людей по-другому, чем, как бы, допустим, какие-то, которые не знают или говорят, что мы знаем Россию. Я никогда не сказала бы, что я знаю Россию. Uh-huh. Человеческие истории, понимаете? Uh-huh. И нам uh-huh. с этим спектаклем мы не показываем какую-то официальную позицию, ни германскую, ни российскую, никакую. Мы показываем, как переносят и как переживают дети, и как они в каждой войне вот, оказываются жертвами. И я думаю, что это самое важное, потому что ребенок это у них нет голоса своего. Мы дадим детям голос, свой голос.